Всем доброе утро. Утро холодное, морозное практически на улице. То показывало 1 тепла, уже показывает 3 тепла. Смотри, вон гора вся в снегу. Челе, пожалуйста, челешенька. Челе пришла подышать морозцом, да, челе? Да, сегодня уже новая неделя. У моего мужа закончился отпуск, уже все. Он поехал на работу. Сейчас Дианусика тоже собирается. Челек, уходим. Отправляется в универ. Мама закрывает это окно, потому что очень холодно. Очень. Да не, хорошо. И вот, видите, я здесь это загрузила видео на Дзен. Смотрю, как качество. Конечно, когда в телефоне смотришь, это одно. А когда смотришь на ноутбуке, это совершенно другое. Я сегодня работаю с 9 до 4 вечера. Поэтому сейчас, ребятня, мы будем начинать работать. Да, Минош, ты будешь маме мешать работать? Будешь, знаю. Челеша не будет. Будет сидеть беззвучно. Ну, возьми, конечно, Дианусик. Ну, как вот тебе я не разрешу, скажи. Кому-то другому бы не разрешила, а тебе всегда пожалуйста. Дианусик, видите, уплотнилась, надела куртку. Ну, когда-то это была куртка зимняя, естественно, сейчас уже со временем немножко она придавилась, стала... Хотя она бы и была зимняя. Да, так и есть. Давай, подожди, включу свет. Диан, нужно, может, тебе удлиненные доставать? Кого? Угу. Нет, у тебя черные. Что, я... Блин, рано, на улице мороз. Ну причем да, тут но рано. Я хотела ботинки в дождь носить в большей степени, а когда сухая погода, то можно и вот эти. Нет, но эти тоже хорошо, в том плане, они что высокая подошва, да. Вот эти, тоже те тоже неплохие, да. Так, я все взяла, да? Все, давай, Диан, тебе удачи, с Богом, жду фотографии твоей еды. Хорошо. Все, давай. Даже вот эта куртка, которую Дианка, я у тебя нежданно-негаданно отжала. Все, я, даже в ней уже нельзя ходить. Да, настолько холодно. Наверное, да, люди пусть ходят хоть в купальниках. А потом с соплями. Все, давай, удачи тебе. Все. Я осталась одна со своими малышами. Все. Можешь выходить. Я тебя выпускаю. Да, шеф Тали, а что ты тут сидишь? Тут аж кимон набрал овощей, гляньте, капуста. Я вообще не знаю, что это. Я не знаю. Она очень легкая, там вообще она не набитая. Что это за сорт капусты, неизвестно. Но, короче, пусть тут лежит. Не знаю, что с ней делать. Челешенька моя сладенькая. Моя Коша. И вот мой Кош сидит, тоже мамин, тоже. Прям за мамой бегает, стоит мне куда-то сесть, прибегает и рядом. Вот, Мася мерзнет. Очень странно, Дианка. Она раньше тоже так мерзла, по-моему, да, нет. Она мерзла. Нет, но она мерзла. Раньше она пряталась сама везде где-то. В шкафах, да? Типа такого, да. Дианка, ну, блин. Ты как мама, да, и мама мерзнет, и Мася мерзнет. Эти укрытые. А, давайте посмотрим. О, лежи. Все. Ты видела? Она меня побила ни за что. Друг, ты злая. Все, я не приду к тебе. Все. Я тебе давала, и колбасу давала, и корм приношу. Он одеяло купила, и ты укрываешься им. Все. Ты нажила врага. За что? Так благо у нее когти эти, Дианка подстригает. Все, помог, ну не злись. Так я ничего не сделала. Ну, скажи, тут ходишь и меня трогаешь. Это вообще жесть. Я работаю, надела носки, ой, прям вот одни носки. Несмотря на то, что такие плотные, как валенки, у меня все равно замерзли ноги от того, что я сижу.
нужно поддеть вторые, либо достать свои вот эти вот страшные, конечно, они у меня, уги. И просто, наверное, уги надеть, они там лежат у Дианы в кровати. Наверное, я сейчас пойду и достану. Как раз вот у меня здесь немножко есть возможность отлучиться. Вот у меня здесь гость пришла, видите. Ну, что-то сидит, не ложится. Не знаю почему, хвостиком себя укрыла. И сидит, как копилка. Чилиеш? А чего ты не ложишься? Не хочется, да? Думает. Оставаться здесь или не оставаться? Скажи мне, может, уйти? Пойти лечь на диванчик? Ну, там, видите, шефталя. А вот здесь вот Минош. Сегодня он достаточно такой спокойный, не кричит, ничего. Походил, поспал, походил, попрыгал, погулял. Вот снова лег. Даже не буду его гладить. А ты еще проснется, будет мне здесь горлопанить. На улице, конечно, холодно. Солнце вышло буквально на, ну, я не знаю, на 10 минут. И опять зашло. Прям, ну, честно, я замерзла. Батареи так вот, ну, чисто. Чисто, чтобы холод от них не шел, поэтому от них, конечно, толка нет, но холод не идет уже хорошо. Гость номер два. Угу. Умылся, теперь так улегся. Боже, вы посмотрите, что у него здесь. Посмотрите, какой пушистый. Прям как это. Баран, да? Как у бараша у тебя, Минош. Накрученная тут. Ох. Ой, заурчал. Вредитель. Мамин вредитель. Все, да, спи уже. Ага. А лапки не хочет. Не хочет, чтобы мама гладила, да? Не хочет, чтобы мама гладила. Что это отталкивает? Мама Алла закончила уже свою работу достаточно давно. Жду Диану. Диана мне написала, что она задерживается. Думаю, ладно, тогда буду готовить у меня макароны. Со сливочным маслом не стал. У меня там грибы есть. Ну, я не стала заморачиваться, не хочу. И курица в соевом соусе. Сейчас буду ужинать. Думала вместе с Дианой, но задерживается. Поэтому не буду ждать. Время уже 6 часов вечера. Я голодна очень сильно. Поэтому сейчас чего-нибудь включу. Ну, конечно, не ужасы. Я не люблю кушать и ужасы смотреть. Что-нибудь, может быть, какой-то... документальная. Смотрите, ну, блин, сама развернула, не могу насмотреться, не могу нахвастаться. Хотя вы первые, кому хвастаюсь. Смотрите, все. Осталось мне вот этот вот кусочек, ну, вот буквально, да, вот три пальчика такой толщины вышить. И все. И моя картина готова. Мы ее постираем, выровняем, высушим. И будем тогда готовить рамку. Прям не верится, что я такое сделала. Представляете, просто мне не верится. Это мое первое такое вот крупное что-то. Прям вообще. Мне лично очень нравится. Но процесс это очень длительный, да? Полтора года это все заняло. А размер, я вам скажу сейчас, а где? Размер вот такой вот. 36 на 43. Вот такой вот. Ё-моё, красота. Супер. Ну что, шефталя, мы перекусили. Вернее, я ела, ты сидел. А если быть точнее, спал. Давайте выйдем на улицу. Холодно. На улице 10 градусов тепла.
Ветерок вот так прям вот морозный, морозный уже садится. Закат, закат, там уже тоже, видите. Ну, на самом деле на камеру не так переносится то, что вижу я своими глазами. Дом, вы видите, уже построили. То стояла коробочка, уже все, уже слепили. Насколько он прочен, никто не знает. Но я вот новостройкам вообще не доверяю. Ну, вот от слова совсем. Ну, по крайней мере, здесь, в Турции. Не купила бы никогда дом в новострое. Сама лично не приняла бы такое решение и не купила бы. Лучше старый. Это уже сколько лет стоит. И, ну, не знаю, это, конечно, такой спорный вопрос, но я против новостроек. Ну что, Челеш, сидишь, да? А мама что? Диана еще не приехала, естественно. Поэтому я сейчас беру свою вышивку. Здесь у меня все выключено. Сегодня вечер у меня свободный. Муж мой работает. Поэтому мы будем вышивать. Я беру все свои нитки. И все, что касается... А, вот вышивка. Схема. Все забираю. В общем, пошла. Челеш, выходим, Мась. А ты что там прыгала? Скубет. Помог, попросилась в нашу спальню. Теперь уже четко хочет выйти. Ой, сейчас пойду ей открою. Пойду открою помог. Там Минош. Что помог? Ты так хотела, так рвалась. Где ты? Что там у тебя случилось? Где ты? Помог. Куда это она исчезла? Помог. А что ты туда залезла? Ну, что ты туда залезла? Ты там будешь лежать? Ну, хорошо. Как она туда влезла? Человек, сколько здесь находится, вообще туда не лезет. Ну, сиди. Я не буду тебя снимать. Сама спрыгивай. В общем, ладно, пойду вышивать. Хотела дверь в салон закрыть, а там человек. Все, буду сидеть и отдыхать душой. Рядом Шефтали.